вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищим и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их перед очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его благословенно вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословляться в нем все племена земные, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы его вовек, и наполнится слава его вся земля. Аминь и аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизреченный в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерти вовеки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна вера моей, пусть она отвечает, пусть она оправдывает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана и не похвалится тем, что отторгнет меня Твои, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой, скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану обольстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, веки веков. Аминь. 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 Если кто согласен, всегда говорите аминь. Святой ангел, поставлен блести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь мне грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнуть Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами
Огонит меня ничтожного, несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хуйные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога на святые угодники Божии, каждый поменяй свое ум. Ибо мы сердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко родила Иси Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное дару, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей сводника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Иверия, Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Бенедикта, Франциска, Корнея, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, скинический чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающий священника рожденного свыше, слугодно Тебе, смири власти и воинства, и наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, сохрани их от покушения на них, преобразуй сердца их духовные, коснись их Владимира, Михаила, Жозефа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, где война, смуты и мятежи. Этого смутяна Алексея укроти, Господи, открой ему истину Твою, от него отврати людей таких же смутьями. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого зла и греха, от нарушения заповедей Твоих святых и от непосильных искушений. Этого дня не было никогда во Вселенной, и мы не знаем, что ожидает нас в нем. Наполни уста наши благодарением и славословием. Слава Тебе, Боже наш! Защити жилище наше и селение от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих здесь. Благослови Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, дай веру, Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И нас, предстоящих пред Тобой и приезжающих, благослови. Спасибо, Павела, Татьяна, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Учады, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексея, всех побуди на проповедь Евангелия. Мы соединимся. Надежда, Екатерину, Галину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Алексея, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Еду, Русика, Самири, Тимон, дар истинный Христову белу, дабы не верили даже пророку. Благослови Сергея, Александра. Слава Тебе, Боже! Воззри на угрозы врагов, все пакости, лживые слова, которые они произносят, мешая благовестию, стараясь отвратить людей, поставь им преграды в исполнении дьявольских замыслов. И Ты уже усмиряешь их, слава Тебе. И благослови благодетелей наших, воздай им добро всей жизни в будущем. И
Елена. Елена, Людмила, Евгения, Наталью обрати. Надежда и Юрия. Благослови. Да. Господи, найди отступников. Верни их в Святую Православную Церковь. Михаила, Николая, Александра, Юлия, Евгения. Откроем глаза, что их ожидает без церкви. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, избави от пьянства, этого тяжкого недуга Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Константина, Игоря. Найди потерянного Александра, укажи, где он. Блуждающего Алексея останови, дабы не обманул себя и людей. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, благослови путешествующих, Ростислава Виктора, всех приезжающих, приезжающих. Слава Тебе, Боже наш, посети, Господи, болящих, дай силу безропотно перенести болезни, страдания. И пошли мы исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Сергея, Игоря, Гавриила, Надежду, Людмилу, Татьяну, Иритикану, Тодю, Найди. Обрати его, Господи, да познает он истину Церкви Твоей Святой. Аллилуйя. Господи, сохрани наше сокровище в интернете и книги из 10 путей, и через них найди новые души. И благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Ольга, Вячеслава, Владислава, Романа, Евгения. Слава Тебе. Найди и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина. Я объясню один раз, кто Тимофея Ха, составивший поисковик библейский. Тимофея, Тим Бернерс-Ли, изобретший интернет. Мартин, изобретший мобильный телефон, который обрещает нашу жизнь. Германа, это Стерлигова, Александра Невзорова, Валентина Катасонова, Никита Михалкова. Обрати их, Господи. Симона, это Харольский, Леонтия Якубщика. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе! Да будет этот день днем благословения, радости, размышления о делах вечности, о Слове Твоем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя! Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов и на короны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности, Господи, воздай милость себе всем, кто трудился над моей душой и возрастанием в Тебе, Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, покроем оформ любви от замысла нечестивых. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным, добрый мой ангел. Сколь от многих опасностей ты избавлял меня все эти годы, благодарю тебя, добрый мой ангел. Не покини смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, дару доброе жилье. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш!
Слава тебе. Святитель Христов Никола, мир Ликийский, чудотворец, образ крутости, воздержание, добрый архипастырь. Моли Бога о нас. Господи, научи нас довольствоваться тем, что посылаешь необходимое для жизни, пищу и жилье. Гавриилу, Сергею, дай жилье истины Твоей. Научи нас во всем быть экономным и спешить на помощь нуждающимся в нашей помощи. Слава Тебе, что собрал нас в это место, даешь размышления и молитву. Это от Тебя. Продли еще это верное время. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Господи, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Господи, сокруши дьявольские замыслы белой эгоции, помогающих ему в истреблении людей. И народ Твой, предупредя об опасности, тестировании, вакцинизации, шипизации, все ведет к воцарению Антихриста, дабы бодрствовал Твой народ. Не дай ему погибнуть. Слава Тебе. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуила, Аарон, Иу, Аве, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрахи, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илия добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирс, Юсин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат, Иерон, Мущин, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста на чело и правую руку, Анфима, Вениамина, дай истинную веру, и усташи родителей за ложное воспитание детей. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепит в святой православной вере, а замысли еретиков, сектантов развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомученица, Фатина Симонина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матери София, Наталья Адриан, Варвара, Екатерина, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина,
Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. И сохранишь от всяческого поругания, насилия. Исправь непокоривость Галины, семейства ее, Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанна. И между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему святому. Аллилуйя! Исправь непокоривость Иоанна, и прими наши молитвы, Господи, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Ты всемогущ, Ты все можешь. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и наши молитвы, исполни о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Смотри, ребята, не забывай, что всегда люди держи вместе. Они шарашатся все время. Ты же не корова, наверное, ты человек. Первое, второе. Только стали сейчас, ты опять путь опускаешь. Ты в памяти ничего нету совсем. Ты только стоишь рядом со мной, это так уже полезно тебе. И так, чихать. Ну, стоп, ты разбросил по миру и все. Я заверну. Не туда, положи в правый карман. Все, я положу. Я показываю правый карман, ты в левый полез. Ну что, нормально это? Не, я достал из него. Слова не надо говорить. Опять рукой голголы. Ты стопик не потеряешь пальцами. Только говорю тебе, тут же на глазах это барахвостишь все. Платочек. Потренируйся, давай, я детей ущи, тогда. Ой, щихать ущи. Карман, бойся, ну шевели рукой-то. Вытаскивай. Что ты на меня смотришь, рот развинуто? Раз, вытер нос. Ну служи срез, возьми вот так пазухи промой. Ну что ты так? Вчера сказал, сегодня ты в чашку можешь щихнуть куда угодно. За собой не смотришь. Заметь, самые простые слова. А больше говорить не надо. Все остальное тебя уже. Кажется, крышу снесло. Это нельзя так жить. Напрягись. Только сказали, пятки что были вместе. Только говорю, ты опять расшарашился стоишь. Ну зачем ты так делаешь-то? Я тебе еще хочу унизить или что-то. В таком возрасте сколько тебе лет? 45. Ну, уже время-то ведь подошло. Что спрашивать-то? Сказал руки, не опускай. Опустившиеся руки и согнутые колени. Хромает на оба колена. Бывает на одну ногу хромает, а бывает он вот так вот ходит. Вот у нас были, обратились, да Господь так сделал. Я проповедовал у одних, а там приехало гости. А они называются тихоновцы. Я тебе говорил, на стол не облокачиваться. Уже не раз, все время ложишься на стол. Тогда в следующий раз уберу все и ложись с ботинками на стол. Ты скажешь, а что такое? Слушай. Сказали нельзя, значит, ток ударит, подставлю высокое напряжение.
Люди из-за того, что прикоснулись не туда и погибли. Только то, что прикоснулись. А, ты это знаешь. Шел на рыбалку, говорит, то есть все равно не знаю, еще провод высоковольтный оборвался. Меньше чем секунда превратился в пепел. У нас здесь проходит самое высокое напряжение есть. 1 200 000. Ну, говорят, рабочие 750 тысяч. Экибасуд гонит энергию на области, на Сибирь. Видел, какие стоят там эти, там страшно смотреть. Ни одна птица не садится на провода, никогда не видели. Пчелы рядом не летают. Как-то, говорит, даже лампочка загорается, когда внутри бывает человек, не знаю, с проводами или разговор один. Вот я сказал, ты сразу раз тебе, запиши, что сказал. В карман положи, отдельный карман, правый карман, послушай, ты не левша? Поэтому в правом кармане у тебя ничего не должно быть, кроме платочки. Я говорю для всех это. Данил, ты меня слышишь? Да. В правом кармане платочек, больше ничего нету. Время от времени его начинают рызать, протер все, опять платочек не скомканный, а сверни его. Вот так вот. Протер, все. Не чихать, ничего не делать. Вот дети у меня стоят, ребятишки. Я говорю, так чихать. Пшим! Так, теперь, когда позеваешь, бывает такое подходит, рот может, нужно закрывать. Вот так вот разденет, как пингвин говорит, и стоит. Тогда осколки тебе в рот будут кидать. Знаешь, если ты рот раздел, я имею право стоящее вот так вот взять и в рот провести, а ты имеешь право укусить, а я имею руку дернуть. Но еще никому не удалось укусить, мышцы стягивают, ты не успеваешь. Я ему раз, я руки буду мыть по твоему рту. Что ж ты так? Никаких правил нету. Ведь в армии везде правила. Отдавать честь, как нас учили. Вот брови подставить. Рука, чтобы была не как Брежнев стоял, вот так вот показывал. Ну, старенький. Сейчас спрашивают. Рука поднятая, голова, как они едут, он показывает, когда дни эти победы справляют. Так как и учат так. Путин идет, когда там воцаряется. И в это время стоят, вот так. Что они там видят, неизвестно. Вот показывает Китай. Они 10 лет один раз идут. Видели, как они идут? Китаянки. Видел? Смотришь, это как будто ванна. Ты видел, китайка? Красного вообще цвета такое идет. Они работают. А потом показывает, как их учат. Они ложатся, а он по ним ботинками бежит. Лишаю права там такого-то. Она плачет домой. Брали там добровольцев, там конкурс большой. Никаких. Из них делает бойцов. Она одна положит тебе, и говорит, половина роты. Она ни на что не смотрит. Сказали ей. Это коммунисты так были. Я просто говорю, есть люди, которые знают, для чего они здесь находятся. Временной жизни. Как они учатся. Вот я маленький был, прочитал тогда, писали. Такой был Дзюба. Пограничник. Султан, кажется, у него собака была, и они задержали, сколько нарушителей. Ну, нарушитель, через границу переходил нарушитель. И вот как готовят разведчиков. Вот едят быстро, чтобы ели. А нужно пережевывать пищу, чтобы слюни там были. Там нет этого. И сразу из-за стола соскакивает, уже бежит. Вот как. Когда русского там, ну, говорят, самый важный какой был, все-таки его разоблачили, сдали. Не он сам. И вот его на самолете везут. И только сняли повязку на аэродроме, кажется, где-то перевозили, или в самолете, когда сидел. И он только глянул, сразу определил звезды, какое созвездие, какое время, определил, куда летят, с какой скоростью этот самолет летит, и понял, летят в такой-то город. Со мной сидел в камере один, наша камера называлась камера академиков. Директор Мамонтовского района Сивер Владимир Митрофанович. Во главе шел там первые секретари были, вроде за паровозы, как называют, ведущий, главный где-то. И второй сидел, преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. И однажды лежит он, летит самолет, это Ан-37 там называют, летит в такой город. Так, это ближайшая у него такая, тяжело нагруженный, он не видит. Только звук один слышит. Ты понял как? Значит, нужно быть докой, то есть, ну, как доктором или как-то
перевести из своего дела. Достаточно. 2-3 слова. Вот я стоял в храме, это Бог дает то-то. А священник по-славянски считает. Ну, как всегда, на растях. Если я 2-3 слова подряд поймал, я могу сказать, где в Библии, какая книга, какая глава, какой стих. Понимаешь, как у меня много изъяли, много книги. Я стою в храме, молюсь, и говорю, кто-то меня теребит. Я не оборачиваюсь, стоит, он меня за руку берет. В храме мне надо молиться. И он мне в руку что-то сует. Я зажал руку, вижу, весь такой, не обернулся. Помолились, когда я выхожу на улицу, смотрю книги. Книги, которые трудно достать, которые у меня изъяты, но другие совсем. Кто? Как? Не знаю. Понимаешь, как вот? И страх иногда нападает. Хозяйка уехала, где на квартире жила, вот, город Искитим, Новосибирской области. Ну, а сарай в отдалении в огороде. Пурга идет, все заметено, ни следа, ничего нету. А я один. А ключ замкну, когда несу в сарай. Ну, целый день на работе, все замело, нету. Чистое место. К сараю не под... никто не подходил. А я один, думаю, что же я сегодня буду есть? Хлеб-то вроде есть. Ничего нету. Я все конспектировал, платоус писал. Захожу, вижу маленький порог такой. Это, ну, большая кружка, так не меньше, чем литровая. Кусок, два больших ломтя хлеба лежат. Может быть, хлеб не по-нашему изготовлен. Явно, что я там живу, никто меня не знает. Вокруг неверующие. Снег показывает, а зима, как бы давно остыла. Видно, что только-только поставлен это. Я осторожно так взял. Я же более вкусного не ел никогда. И насытился этой кружкой компота оказалось, и хлеб. Как это, Господь? Однажды в Новосибирск я ехал, а там пересадка в Черепаново. Электричка, а потом до Барнаула. И бабушка одна подходит и плачет. Деньги, материалы вытащили, деньги. А мне ехать надо. Больше денег нет. Я вытащил, помню, новенькая такая была, 3 рубля. Я отдал ей. Сам пошел, думаю, я начальнику подарю поезд, поговорю. Подхожу рядом, руку сам вытаскиваю. Тройка лежит в кармане. Понимаешь, нет, это кажется настолько незначительным, когда человек, ну, вы думаете, что... Ну, представь, что я сам это придумал. Да тебе что? Ты подобное что-то, если видел, вот сейчас я писал Яковчук, он пятидесятник, там в 3-м или 5-м колене дед, прадед, все были еретики. И он в Америке там зарабатывает доллары, пожилой уже. А какие доллары? Ну, ухаживает за больными. И утром мне звонок. Я говорю, а как вы меня нашли, как узнали? Никак, это вы меня нашли, как? Я лежал, спал, вы подошли и сказали мне, вставай, еще спишь. А я спросил, а кто он, говорит, Игнатий Лапкин. А я говорю, вы обо мне слышали? Нет, не слышал. Я говорю, вот я сразу вас нашел. Другой там где-то, допустим, Нидерланды, там выше Англии. Я, говорит, лег спать, вы подходите ко мне, как пнули меня, говорит, ногой с сапогом, как своим, говорит. Ты скажешь, еще спишь, вставай на молитву. И он меня в интернете сразу нашел. Понимаешь, это... Это может никакой роли не играет мне на спасение, но я бодрствую и поэтому учусь все время. Вот на днях мне 82 исполнилось. У меня дня не было, чтобы я чему-то не учился. Вот смотрю на тебя и учусь. Ты не думаешь, что ты просто стоишь, я тебе тут уши ссор заталкиваю туда. Вижу, что упускать ничего нельзя. У тебя только сохрани Бог, чтобы обида не подошла. Как я говорю тебе по любви. Забывчивость такой, понимаешь, ты в жизни свое дело внезапно там кто-то ударил, кто там еще что-то. Ну а ты открытый такой, я маленько знаю твою биографию. И ты время здесь зря не теряй. Ты лежу, сейчас разговариваешь, у тебя в нос застрял, и не годится. Ты работаешь так, видишь, он работает как, чтобы он сделал. 2 очистил, а я 3 сделаю работу. У меня на работе вот работа, а Господь сделал так. Стройка. Это настилать полы или бетонируем пол на 2-м этаже, тачки там по трапу закатывать. У меня всегда была выработка 280-300%. Меня отдельно закрывали. Я неделю работаю,
А мне записывать 2 недели. Я еду в лагерь сюда. Ну, зароптали, пригодили, как его нету целую неделю, а у него, да. Он говорит, ну, лагерь хорошо, перекинул. Мне говорит, у него 150, когда нету, а у нас 103% на бригаду. Ну, ладно, тогда пускай бригаде будет. А как? А я смотрю, вот они готовят станки ставить какие-то, видимо, большие станки. И яма такая, бетонирует туда, и сбитые, как трубочки, 4 доски такие, куда анкера будут ставить, потом забетонируют, чтобы она держала. И когда начинают, выдергивают это, ну и рядом крошится все, и оно, дерево-то разбухает, и как его вытащить-то? А дальше совсем не вытащишь, его только надо долбить, щипать там помаленьку. Я бригадиру подошел и говорю, вот вы видите, который, браку сколько, ну ничего не можем сделать. Я говорю, я могу сделать это. И как я прорабом работал, у меня образование, я строительный техникум кричал. И как? А это не ваше дело. Вот это, что сейчас вот забетонировали, вам нужно, чтобы чистые были отверстия, куда вставлять это? Эти шансы называют. Ну, конечно. Я один сделаю. Один? А как? Вас не касается. Сколько требуется для этого? Ну, говорит там, сколько. Вот мне столько запишите. Согласна, да? Он приходит, рукой раз, чистая, буквально блестит там. А как вы это сделали? Вам зачем знать? Вам работа нужна. Я вот знаю как. А я очень просто. Сделал, и один вытащил, рычаг сделал, и рычагу подтягиваю. Проходит минут 5, я похожу, проверяю, маленечко их дерну, а вокруг их обложил рубероиду. Эти шансы поставил там. Рубероид-то я могу легко выдрать, а это я теперь, а они на конус идут. На конус я поднимаю, значит, а там уже застыло, уже она не сходится вместе. И когда я уже приподнял сантиметров 10, я уже не боюсь. Теперь я свободно рукой вытащу. Приходят, проверят, все, ни одной щели нету, трещины нигде. Когда дергают, она же бетон, то расходится, свежий. Вот так. В любом деле. Работа на ВРЗ, вагоноремонтный завод. Вот я пошел, прислали женщину. Ну, девушка, видать, молодая, табуретку встала и сидит, что-то пишет. Я не знаю, ее прислали за мной последить, почему у меня экономия во времени. И она пишет, хронометраж называется, на часы и глядит. Так она смотрит, я вступил во столько-то, там перекур, я перекура не делаю, работаю один. Доски зажимают вот эти вот, 3 доски, я 13 сразу. А это я делаю 2 рычага из досок, упираю в стену, подколачиваю маленько, быстренько прохожу. Как антисептиком мажу с обратной стороны, чтобы не сгнило. Она смотрит, я пошел, куда пошли? Бригадир сказал, следующая работа будет на том корпусе. И я мимо проходил сегодня, видел, там окна разбитые. А разбитые, когда мороз, это я потесь. А что в руках? Это я рубероид куски, я туда несу. А они будут завтра бегать искать рубероид, а у меня он уже спрятан там лежит. И она это все записывает и сказала, вот где экономия у Лапкина идет. Хронометраж. Но по мне нельзя было делать, значит они норму повысят всем. Я делал для этого для себя. Вот обед бывает, и обедает. Я беру выдергу, иду из досок, выдираю гвозди. Набиваю карманами гнилые, ну, кривые гвозди. А я бывало, что в кармане у меня целые. Если я домой иду, и в кармане у меня целый гвоздь, я тоже выбрасываю. Чтобы у меня ни гвоздя не было никогда. А эти я дома разогну, у меня все время гвозди есть. Брат у меня работает на озере Селькуль. Ну и когда обед, что-то все тут отдыхают, а он пошел, знает травы, эти травы целебные собирает. А когда приехал, а эти травы-то редкие, у него в опеке буквально говорится, с рука рвут. А у него заработок меньше, чем тут заработал. Ты делай для Бога. Он свободное, кажется, время, он уборщик там утром. И там перестал кто-то выходить, который домоаппарат смотрит, говорит, а ты, Павел, не мог бы взять вот половину того участка-то, полдома там дальше. Ну ладно, Митрополит Иванович, я сделаю это. Проходит какое-то время, он говорит, тот-то не выходит на работу, ты до конца бы участок-то не взял его. Он опять все работает. Пришел получать деньги, а там ему больше. Он говорит, а почему больше? Да ты же 2 участка. Да я же просто попросили, нет, это твой участок. И там участок, когда дали, говорит, ты там не можешь посмотреть.
подвале почистить, что там надо. Он зашел, видите, она распахнута, он зашел, там эти кладовки-то все эти делают, а там книги. Спросил, а книги хорошие, божественные. А это, говорит, уехали, тут кто-то был, бросили, все. А куда их? Ну, куда надо, выбрось там это все. Я, говорит, себе сделал. Понимаешь, он безобманный. И поэтому его так вот, там выбрал тут, так. Всегда при деньгах. Если бы он это делал, у него не было, у него бы все было как надо. Вот это его дом построил. Тут все по-другому было, у него сколько лет нет, и собрание было, родной брат. И сказали, выехал в деревню, нарушил заповедь. И он выехал, в соседи живет. У нас нету то, что мой брат, и ему льгота будет, этого не будет никогда. Родной брат Павел Тихонович. Собралось собрание, и ты вот то-то, тогда тебе видели так-то, так-то, где-то. Просьба покинуть деревню. Вот так. Потому что это правило. Оно помогает нам сохранить подлинное лицо христианина. Так что, Анатолий, все усложились. Так, я пошел с собаку маленько погулять. И всем у нас. Как только подглядываете. Свободно. Никуда. Вот. Ножи, инструмент. А ну, какую сделать? Быстрее нам нужно все это закончить. Пока не закончено, я не знаю, сколько у меня в запасе. Потому что на три места надо делить. Вчера сколько мы успели? Вот так. Кто-то?